Міць українських військових змушує окупантів перевзуватися. Приміром, десантник з Волгоградської області Павло Філатєв написав цілу книгу про злочини Російської Федерації. 33-річний окупант у перші дні вторгнення Росії в Україну відправився на штурм Херсона і близько 2 місяців вбивав українців. Ми не сильно тоді задумувалися. Тобто у нас не було часу задумуватися. Ми вже оказались на передовій в бойових діях, і ми не могли розвернутися назад, тому що до кінця ми не розуміли смисл цих подій. Через травми, отримані на полі бою, Філатєва евакуювали на лікування. Проте на фронт він більше не повернувся. Після відмови повертатися в армію чоловік написав книгу «Зов», де описав власні спогади російського наступу на Україну. Ми не мали морального права нападати на іншу країну. У вас подобне відчуття виникло одразу, або в якийсь момент, спустя ці 2 місяці вашого знаходження на передовій? Розкажіть об цьому. Это ощущение у меня возникло далеко не сразу. То есть, наверное, через неделю, через 2, когда я точно стал понимать, что боевые действия ведутся только на территории Украины. Ба більше, Філатєв розповів у своїй книзі, чим відрізняються справжні рашисти від образів солдат, яким співають дифірамби російські пропагандисти. Там наверху получают другую картинку и ставят перед подразделениями задачи, которые как бы эти подразделения не могут выполнить. Либо изначально все для нас ставится так, чтобы мы оказались в проигрышном положении. Мне очень тяжело судить, ну, конкретно, почему так происходит. Но я могу со 100-процентной уверенностью заявлять, что все абсолютно не так, как заявляется в официальных СМИ. Утім, такі випадки, скоріше, виняток. Найбільший відсоток росіян зомбовані російською пропагандою, тому висловлюють суто прокремлівські наративи. Операція йде нормально, вроді як, без всяких там цих. Начнуть коврові бомбардировки, так це їх уже діло. Делать это им что-то надо было все эти годы, когда они бомбили. Вы знаете, у меня родственники на Донбассе, так что у меня, ну, не родственники, там друзья, учился с ними в институте. Вот когда с ними что-то делали, вы не ходили с камерой и не спрашивали здесь. А там, извините меня, тоже люди страдали. И вот эта падаль нацистская, вы теперь спрашиваете, что мы с ними будем делать? Вольнем. И спрашивать не будем. И все, что там с этим связано. Не добили во Вторую мировую войну, добьем сейчас. Вот Россия, Украина, как вы думаете, чем все закончится? Надо ее снести за земли и все. Украину? Да. Зачем? А зачем она нужна? А потом кого сносить еще? Польшу. Просто до кучи. Всех снести. А зачем? А что мы будем делать с этой территорией? А это что вообще за страны такие? Украина, это не страна. Это кусок Ленин тогда отдал в свое время. Вот. А это прибалты, это вообще всю жизнь они были против России. Проте люблять россияне свою батьківщину только на словах. Да. На что ты готов ради своей страны? Пойти воевать. Готов? Да. А можно тогда попросить оставить свою фамилию и подпись? Это патриотический список, и в случае всеобщей мобилизации тебя в числе первых... Не хочу. Почему? Ну зачем мне это? Так ты же сказал, ты готов. А что мешает? Ну не шумишь, я не хочу. Не готов, да? Нет. На что готов ради страны? Умереть. Не, ну на такое я не готов еще пока. Почему? Страшно. Ты же сказал, что на все готов. Пока что. Тогда оставь фамилию. Ну нет, это стрёмно. Хотя бы номер телефона. Не. На что готовы ради своей страны? Да ну на все, как деды наши, на смерть, наверное. На смерть готовы? Да. Нет, а это на патриотизм. Розвіяти туман пропаганди у мізках росіян практично неможливо, а випадки раптового прозріння поодинокі і радше є спробою відбілити своє власне ім'я. Альона Шевченко спеціально для «Апостроф ТВ».